Привет, Тара. Мистер Митчелл? Супермен, что это был за странный звонок сегодня утром? Я пытался разыскать Тару, то есть дозвониться до нее, чтобы кое-что ей сказать. Что именно? Что именно? Я хотел ей сказать, что хоть она и заноза в заднице. Что? Да ладно вам, мистер Митчелл. Только не говорите, что это для вас новость. Да нет. Не новость. Но даже если она ищет то сокровище, и ей явно наплевать, что о ней думают другие, я не хочу, чтобы она сильно изменилась. То есть, я хочу сказать, я справлюсь. Да? Да. Вези ее прямо домой, Уинстон, и без глупостей. Хватит мне развлечений для одной ночи. Мне тоже. Thank you.